рудники. 50% на победу. Танк H-35. Вроде бы неплохой танк. Хорошая броня. Пушка, конечно, не очень. Попробуем, что с этого выйдет. Танк не прокачанный, то есть нет лампочки, практически ничего нету, просто купил. Еду на горку. Попал я в топ, то есть двойка. На то единички есть. Поэтому думаю, бояться очень не стоит. Буду надеяться на твою броню. Далеко пока не буду подъезжать. Попробую потанковать отсюда. Противник Тетра. Так, ну Т1, я думаю, меня не пробьет. Вот Тетраха надо. Ну, странно. Или меня не видит? Не пробил. А, уже начал выстреливать. Меня выстреливает. Ну, пожалуйста, Т1 пробил меня два раза. Пробитие. Ну, Т1 может меня сразу наказать. Вот уже слышны залпы артиллерии. Пробитие. Ну, в принципе, да, если под углом постоять, то Т1 практически не прибьет. Вот арту надо бояться. И вот этого... Вот, броня не пробита. Да, вот Тетраха тоже, оказывается, броня. Двигатель поврежден. Да, неплохо. Су-18 меня уже вытянул. А кто-нибудь заберет Тетрах? Забрали. Прекрасно. Да, стоять здесь нельзя, так как Су-18 ведет фокусировку на меня. Буду продвигаться ближе. Сейчас мне нужно побыстрее спрятаться возле камней. Так, ну, проезжай. Да, это начало боя, и уже половина хп нету. Ну, там уже крузер 3. Так, горочку мы взяли. Попробую отсюда стрелять. Что ж ты сюда пришел-то? Тоже хорошая у него пушка. Играть пару раз. Тут точно вот, не знаю, попадаю, не попадаю. Надо бы как-то подсветить. Вот, неплохая у него маскировочка. Да, иногда пушка и стреляет отлично. Вот, пожалуйста, Т-26 меня выцелил. Тот меня пробивает куда угодно. А рта никак не может успокоиться. Так, ну что, мы проигрываем. Ох, хорошо, наша арта забрала крузера. Уже стало немножко легче. Но где-то там еще Т-26 начинает выцеливать. Ну, пожалуйста. Да, тяжело играть без лампы. Не знаешь, светит ты сейчас, не в свете. Выкатываться, не выкатываться. Но что делать? Попытаюсь тогда поехать на саму горку, посветить. Тоже рискованно. Тут сколько у нас там? Две арты. Или три. Три арты у нас. Но у них тоже. Ну, пожалуйста, арта еще. Оп. Да, она была ближе. Ближе просто камням немножко. Ну, пожалуйста, сейчас он еще раз перезарядился, еще раз. Да, сзади.
Да, осталось 35 хп. Обои надо вытянуть. Теперь ты. Стоят сзади. А, у нас еще Т-26. Начал движение. Сейчас это не то, если сеть. О, пожалуйста, Т-26. И с ней. И арта, вот та арта, которая по мне пальнула. Ну что делать? Сейчас Т-26 нашего заберут. Будет вообще весело. А, их еще тут. Ну что, хоть пока под свет дали. Вот наша арта. Оп, вот это удалось, это случайно. Ну, а вот их не 26, даже мои стороны не это не смотрят. Ну, по идее, я должен был его уже убить. Да, он... Ну, хорошо. Подцепил тогда. Теперь вся арта вражеская сведена на меня. Ну вот, пожалуйста. Су-18. Стоять нельзя. Так выцеливает. Вот пушка, да? Ну это уже баг. Почему под крышей не берется? Я отошел, и вот это было. Была моя ошибка. А, с 18 решил отойти. И закидывает за горочкой. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Очень часто сбивают гусеницу мутанту. Постараюсь вот отсюда как-то вылезти. Там может МС-1 будет. О, есть, пожалуйста. Посетил МС-1. Это он мне игры. Пробитие. Посмотрите, куда улетела пушка. Вверх. Есть пробитие. Выглядит цель сейчас вообще между этим. Вправо, влево, тут куда выходит? Ниже берешь, она вообще вниз уходит. Есть. Уничтожено. Повреждение гусеницы. Да, 18-й старается. Вот уже сзади. Смотрю, одна арта уже идет на помощь. Хорошо. Да, у СУ-18 быстрая перезарядочка. Дает небольшой урон, но стабильно. Вот, пожалуйста. Идем первый. Так, сходим, сходим. Сейчас он меня заберет. Думаю, арта сейчас. Ох, хорошо, как его. Т-57. Вот и СУ-18. Так, где-то еще одна арта должна быть. Вот. Да, даже на ходу попадает иногда. Тут две. Серьезные. Так, ну что. Цель захвачена. Цель потеряна. О! И еще один. Готов. Победа! В этом бою я получил знак классности мастера. Огонь на поражение. Боец, дуэлянт, заговоренный и костолом. Естественно, попал в топ. Да, чуть-чуть довоено немножко. Да, осталось, конечно, немного. Ну, что скажу, в принципе, танк неплохой, играть можно. Вот. Можно надеяться на свою броню. Конечно, если ты попадаешь первым, вторым уровнем. Если ты попадаешь третьим уровнем, то броня практически тебя не защищает. Разве что вот даже, я не знаю, от каких танков, разве что от пулеметчиков, да. Можно защититься. И, естественно, стоит бояться арту. Арта в любом случае будет тебя ранить. Честно говоря, взял этот танк ради эксперимента. Просто увидел один хороший бой, я смотрю, его не пробивает. Так же самое решил себе купить его и проверить,
как он в бою. Честно говоря, танк мне понравился. Если вам нравятся такие реплеи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.